Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Ничего себе метель! Не видно ни черта! Из ордена. Наверное, тоже за поездом гонится. Артём, давай к ним. Ребята, вы как здесь оказались? Видели, что там едет? Видели, видели. Давайте быстрее. Сначала, уроды! Да Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали.
Чего ты там крутишь, баран? Прогоняй колымату твою. Эй, что это за шум? Внимание! Включение поворотного круга. Отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что, больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Спешите. Пригнитесь и не шумите. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держитесь стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Сигарный хаб, генераторный баллон же похоже. Вам бы туда. Чего? Вот еще ты меня поучи, куда же что? Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Давай, давай, шевелись. Стойте, придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Стойте! Выключите лампу! Так, идемте! Погодите! Погодите! Стойте!
Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Отлично, теперь кидайте. Отлично. Идемте, скорее. Проходите быстрее. Удачи вам. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент. Я, конечно, постараюсь помочь. Но сами понимаете, боец у меня никакой. Ты еще кто такой? Сыромяк! Тревога! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю. На тебе, сука! Не дергайся! Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит никого, и Москву никто не слышит! Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда! Идемте. По всем неизвестным огонь открывает... Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст вывезу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Ага, и сами они такие докопали. Вот вспомнил вертушку их высадила. Высадил и обратно ушла. Бабка, агент?
Вижу врага! Огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Ангар рядом. Можно прорваться. Артём, отлично. Мы внутри. Все, Артём, снимай противогаз. Теперь осталось найти Ермака. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Вот мне угораздилось диверсией. Теперь, небось, еще неделю тут сидеть. А я и так месяц на поверхности просидел. Крови уже ссу. Доктору надо. Ты сказал бы, майор, тебе... Thank you.
там наверху отирался. Эй, наверху! Что это там? Надо. Артём, рядом враги. Противник! Вот! Смотрите! Наверху!